Всем привет! В продаже появился Toyota RAV4 2012 года выпуска с объемом двигателя 2 литра. В отличном техническом состоянии. Один владелец. Давайте заглянем в салон. Хорошее состояние салона. На заднем ряду имеется 3 подголовника. Передняя часть салона также в хорошем состоянии. И имеется центральный подлокотник. Теперь давайте пройдемся по комплектации. В данном автомобиле у нас имеются 4 электростеклоподъемника, центральный замок, омыватель фар, штатная мультимедиа, подогрев заднего стекла, кондиционер, подогревы передних сидений, а также подогрев лобового стекла. Но подогрев здесь не работает, так как лобаж мененный. Также здесь имеется электропривод зеркал, также 6-ступенчатая механическая коробка передач. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок не горит. Двигатель работает ровно. Пробег составляет 92 тысячи километров. Ну а если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу улица Азина, 83, автосалон «Столица». Всех ждем! Yeah.